Летось товарооборот помеж Гомельской и Тульской областями склал около 30 миллионов долларов. Вероятно, сегодня это показчик будет еще больше значным. В всяком разе, зараз он превышает минулогодний уровень больше на 50%. Синтетичная тканина, вырабатывание черных металлов, молочная продукция, соль. С Гомельской области у Тульскую полимеры, черные и колеровые металлы, химичные речевы в отворотном накерунку. При этом сирот белорусских партнеров немало предприемцев Гомельского региона. БМЗ, химичный завод, завод Тя и нормалю домобудовничий комбинат. Іншая справа, что контакты могут быть больше активными. Так, у мэтах развития двухбакового супрацовництва и обмеркования пытанию гандлево-экономичного взаимодействия, сёлета у адрес администрации российского региона было накировано запрошение на удел у 14-м Гомельском экономичном форуме. Але по шерегу объективных причин делегация Тульской области приехать не здолела. Правда, у самой администрации трагедии с гэтага не робить. Тем больше, что официальные отношения Тульской области с Беларусью иснуют еще с 1993 года, и за этот час неодноразово подтвердили свою эффективность. Одни из первых регионов, которые заключили соглашение с Республикой Беларусь. И мы уже по второму соглашению работаем. Так сказать. У нас сформирована соответствующая комиссия. Я не могу назвать ее межправительственной комиссией, но она российская, вернее так, тульско-белорусская, наверное, будет так. Это правильно. Я с российской стороны являюсь ее сопредседателем. За рамками официальной статистики, особистые контакты и туристичные поездки, правда, покой опошняя накерунок вельми уже активным назвать нельга. Причин некольки от довольно значной отлеглости региону. Да, махчима, недостатковой рекламной кампании за обоих боков. Хоть поглядеть у Тули сапраўды есть на что. Починаешь от шматиких храмов до местного Кремля. Плюс знакомитые тульские гармоники, ведомые еще с 17-го стагодия перники и самовары. Опошних настолько шмат, что для их демонстрации створили специальный музей. Еще одна экспозиция присвечена зброи. Это один у свете музей такого класса. Амаль 15 тысяч экспонатов, шмат из яких узоры высоких технологий. Сегодня на узровне экономичного развития Тульский регион увогуле один из лепших у России. У тымнику, дякуючи менавіта применению высоких технологий. И это подстава для активизации межрегиональных и междержавных сувязей во всех сферах. В одном из районов Тульской области создали очень неплохую технологию по переработке картофеля. Это вот как раз такая тема, которая нас объединяет. Да. Вот. И сделали технологию, которая, в общем, не уступает голландским технологиям, а по цене может быть даже и наверняка более низкая. Это тоже сфера для взаимодействия. И, возможно, я знаю, что контакты идут сейчас с Гомельской областью на этот счет. Вот. И, может быть, там все это выльется в какие-то договоренности. Олег Сентеров, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Стулы, Российская Федерация.